Португальское правительство ввело специальные меры против водителей бензовозов, требуя, чтобы те вернулись на работу. Несмотря на забастовку, они обязаны обеспечить топливом поставщиков продовольствия, спасательные службы и общественный транспорт. В ином случае бастующим может грозить до 2 лет лишения свободы. Правительство Антонио Кошты объявило чрезвычайную энергетическую ситуацию минимум до 21 августа. В стране введено ограничение на продажу бензина не более 15 литров на автомобиль. Поскольку бастующие отказались подчиняться, у правительства не было никакого иного выхода, кроме как использовать закон о гражданской реквизиции. Кабинет министров утвердил сегодня по электронной почте заявление. В нем говорится, что необходимо использовать закон о гражданской реквизиции, чтобы заставить бастующих оказывать хотя бы минимальный набор услуг. Бессрочную забастовку 2000 водителей бензовозов объявили в понедельник. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Забастовка привела к коллапсу на автозаправках. Уже к вечеру понедельника на более чем трети бензоколонок не было или почти не было топлива.